В Нижегородской области Глеб Никитин отменил корпоративы и массовые новогодние мероприятия. Также ночью 31 декабря будут закрыты все кафе и рестораны города. В новом выпуске рубрики «Хочу сказать» мы узнаем, как планируют встретить Новый год саровчане. Как вы планируете провести новогоднюю ночь? У меня больной муж, только с ним. В семье, конечно, с семьей, с мужем, с внуками. Я думаю, что дома. Тихо, дома. Спокойно, да. Быстрее всего дома, с мужем на пару. Хотелось бы? Ну, хотелось бы с друзьями, но быстрее всего нет. Дома. Дома, и никуда не хотите? Никуда. Если только до площади. Дома собраться, поставить елочку, нарядиться красиво. Вот. И все. И встретить Новый год с своими детьми, с внуками особенно. Вот и все. Так что надо жить и радоваться жизни. Понимаете, не надо все тот плохой и негатив. Вот если будете сами положительно настроены, и ваш негатив будет уходить. Не надо. Все эти болезни наши, все это негатив, все от нас. Мы пенсионеры дома. 65+. Как вы относитесь к ограничениям коронавирусным в новогоднюю ночь? Плохо. Почему? Хочется погулять. Ну, дома, там с друзьями отметить. У себя дома или в гостях? Дома. У себя. Ну, как вы считаете, отменят все рестораны, кафе, ничего не будет работать? Это вас расстраивает? Ну, меня нет лично. Конечно, надо все закрыть. Да. Почему? А потому что люди будут скапливаться и народу будут больше болеть. Наверное, в узком, теплом, семейном кругу, как говорят, массовые зрелища будет не разрешено. Да, нужны, потому что сейчас прирост, выпустили всех школьников и прирост по заболеванию пошел. Нужны ограничения. Я считаю, что лучше поберечься и посидеть дома, чем посещать какие-то мероприятия и заражаться. В кругу семьи. Я может, посчитаю. Еще как-то? По-другому, наверное, нельзя. Один остается? Один выход остается? Да, один выход. Потому что в связи с этим пандемией, конечно, это... А как вы считаете, грамотно поступили, что отменили все остальные варианты? Ну, как сказать, ведь не мы решаем. Решает там специалист, наверное. Все равно беречь свое здоровье, особенно своих пожилых родителей, очень нужно. Поэтому я считаю, что это необходимо. Как нам удалось выяснить, саровчане планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи, и к коронавирусным ограничениям относятся с пониманием.